Еще раз добрый день. Сейчас я хочу вам показать, почему плохо очищены не широко центральная улица Соборности, как сейчас называется. Одностороннее движение реально там, где свободно две машины могут перемещаться, видите, да? Вот, вот такая вот здесь ситуация. По одному ездят. То же самое здесь, с этой стороны. Человек даже аварийку включил, чтобы проехать спокойно. Здесь всегда такая ситуация, но сейчас в связи с снегом можно было бы как-то и не выезжать. Но люди принимают такое решение, несмотря на сложность ситуации. И мы видим, что вот с левой стороны, например, плохо почищено, невозможно почистить. О какой технике в течение дня может стоять речь? Машины, трактора не выезжают сейчас. Ну, по крайней мере, здесь. Наверное, где-то в других местах есть. А как здесь? Что толку здесь гонять технику? Ну, вот такая ситуация, граждане водители. Очень просим вас выезжать только при крайней необходимости, чтобы не создавать вот такую ситуацию, а потом не рассказывать всему городу о том, что где-то что-то не чищено.